Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы в гостях у Натальи Николаевны Гришина, директора Рязанской областной научной универсальной библиотеки имени Горького. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в октябре стартует уже традиционный фестиваль «Читающий мир». В чем его будут основные отличия от прошлых фестивалей? Какая у него программа? Мне так приятно, что традицией становятся наши с вами встречи в канун большого праздника книги и чтения. Мы рады этой встрече. Я очень рада пообщаться с вами и рассказать всем тем, кто сегодня нас смотрит и слушает, о событиях этого года, фестиваля «Читающий мир». В этом году действительно у нас фестиваль наполнен замечательными событиями, встречами, презентациями, с большими интересными общениями с нашими гостями. По традиции фестиваль проходит в есенинские дни, в начале октября. Официально мы указали даты с 5 по 7, но программа фестиваля, как всегда, она очень насыщенная, поэтому фестиваль фактически начинается 4 октября. Мы проводим этот фестиваль, как и в прошлые годы, при поддержке правительства Рязанской области, Министерства культуры, Министерства по делам территорий, Общественной палаты Рязанской области, при поддержке Ассоциации книгоиздателей, Книжного союза России, Библиотечного сообщества Рязанской области. Мы ждем очень много гостей. И библиотека Горького станет площадкой для наших замечательных издателей. Мы приглашаем на выставку-ярмарку. Она будет большой, красивой. Приезжают издатели из 28 регионов нашей страны. И выставка-ярмарка разместится на первом этаже нашего здания. И более 5000 наименований книг издательской продукции, сувенирной. Привезут гости из Москвы и Тулы, Орла и Липецка, Санкт-Петербурга, из многих-многих городов и весей нашей большой страны. Будут издательства, которые приедут к нам впервые, представляющие национальные издательства. Это и из КОМИ, республиканской типографии, Союз художников, Русское слово, Мордовское книжное издательство. Они приедут впервые к нам на фестиваль и будут те, кто приезжает к нам по традиции. Если говорить об отличии этого фестиваля, то будет много новых интересных творческих проектов и событий. В этом году фестиваль посвящен лучшим именам наших выдающихся соотечественников, чьи юбилеи пришлись на этот год. И в этом году мы отмечаем юбилей Бориса Андреевича Можаева, 100-летний юбилей, и 100-летний юбилей Расула Гамзатова. Наш фестиваль национальной книги дает повод для того, чтобы представить эти имена. И мы будем проводить круглый стол, посвященный юбилею Бориса Можаева. Состоится большой разговор о Расуле Гамзатове. Мы ждем участия в фестивале, правда удаленно, дочери Расула Гамзатова. Мы ждем в гостях сына Бориса Можаева. Все это придаст нашему фестивалю особый колорит и особую краску. Безусловно, мы уверены, что этот фестиваль будет событием еще и потому, что мы будем отмечать в рамках столетия Бориса Можаева, не отмечать, а начинать новый большой проект. Вот это новое и очень яркое событие. Вместе с Союзом писателей России мы организовали в канун столетия Бориса Можаева межрегиональный фестиваль, конкурс «Хозяин земли». Это конкурс на лучшие эссе,
посвященная нашему родному краю, России. Мы хотели бы сделать этот конкурс, фестиваль, в рамках фестиваля традиционным. И начинаем мы его в 100-летний юбилей Бориса Можаева. Согласитесь, что это красиво. И замечательно, что уже в первый такой пробный наш конкурс 33 региона откликнулись и стали участниками этого конкурса. Свои работы прислали представители Москвы и Московской области, Ленинградской, Курганской, Тюменской, Калининградской. Ну, 33 региона я не перечислю все, но мы ждем на подведение итогов этого конкурса большой десант, такой представительский, очень солидный десант из Союза писателей России. Это впервые в рамках нашего фестиваля будет такое замечательное событие. И надеемся, что оно всем запомнится и понравится. Таким образом, вот эта можаевская краска фестиваля будет отмечаться. Ну и юбилей нашего Рязанского отделения Союза писателей России, 65-летний юбилей, будет отмечаться в рамках фестиваля. Это будет специальный творческий вечер. Отдельный вечер мы посвятим нашим юбилярам этого года, рязанским писателям. И, конечно, событием этого года станет участие больших наших традиционных друзей из Донецкой Народной Республики, из Луганской Народной Республики. Мы ждем гостей из Херсона. И гостем нашего фестиваля станет блистательная поэтесса, общественный деятель, член Союза писателей России, член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Она приедет к нам с творческой программой, и мы рады будем пригласить на этот вечер, на эту встречу всех тех, кто живет сегодня мыслью о нашей победе, кто живет мыслью о Донбассе. И мы уверены, что это будет большой разговор о поэзии, о России. И, конечно, особую краску придаст, и это тоже впервые, новый творческий проект, который нам подарили наши партнеры, представители нашей одной из федеральных библиотек, наши коллеги из Российской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамино, заместитель генерального директора этой библиотеки Мигель Паласио, является автором идеи и сценария поэтического литературного вечера, посвященного Гарсиа Лорке. И исполнителями станут рязанские актеры. Это будет премьера, которую мы пытаемся приготовить в свободное от работы время. Будут участвовать рязанские исполнители. Я не буду раскрывать всех секретов. Премьеру мы наметили в дни фестиваля. Так много событий, но при этом, как всегда, по традиции, будет главное событие – конкурс «Книга года». С одной стороны, это ежегодное событие каждого фестиваля, но поскольку книги разные, авторы разные, территории разные, мы всегда с нетерпением ждем итогов этого фестиваля. Председателем жюри этого конкурса «Книга года» является наш замечательный литературовед, ученый, исследователь, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, профессор, доктор филологических наук Ольга Ефимовна Воронова. В составе жюри серьезные специалисты в разных сферах издательского дела. И мы уже получили 158 изданий на конкурс «Книга года». В 10 номинациях будут подведены итоги. И мы в рамках торжественного открытия фестиваля представим итоги конкурса «Книга года». Сами заинтригованы результатами этого конкурса.
Ну вот лишь некоторые события, о которых я могла бы сейчас сказать. Ну, тут же вспоминаю, что не сказала о совершенно потрясающей детской программе. Мы всегда готовим много праздничных, литературных событий для юных читателей. Они знают дорогу в нашу библиотеку, ходят к нам на мастер-классы, на конкурсы, на встречи с авторами. Так что будет таких событий, детских программ, праздников детских в рамках фестиваля очень много. Выставочные проекты замечательные будут представлены в ходе этого фестиваля. Поэтому на все вкусы программы мы приготовили. И, конечно, у нас будут отдельное событие – это встречи с нашими литераторами. Я уже назвала Анну Ревякину, наших рязанских авторов. Могу назвать и наших замечательных гостей – Анну и Сергея Литвиновых. Творческий вечер с ними пройдет в рамках фестиваля. Уверена, что это будет интересный разговор о книге, о чтении. И любители литературы обязательно придут на эти творческие встречи. Могу сказать, что программа фестиваля сегодня, на сегодняшний день, содержит около 100 проектов, 100 событий. Я назвала лишь только некоторые из них. А в районах области пройдут свои программы. Там около 300 мероприятий запланировано на площадках библиотек, домов культуры, в музеях. Все они посвящены книге и чтению. Но я правильно понимаю, что вот эти более 100 событий, с ними можно ознакомиться на сайте библиотеки, увидеть полное расписание? Да. Мы сейчас еще не вывесили эти все мероприятия, уточняем по срокам, по названиям презентаций, хотя общая программа сейчас завершается, ее формирование, и мы готовы в ближайшее время ее разместить. Но поскольку все мы понимаем, как сложно и бурно устроена жизнь тех наших замечательных авторов, которые к нам собираются приехать, мы до последнего пытаемся некоторые вопросы уточнить, согласовать, и в ближайшее время программа появится на сайте нашей библиотеки, в группе ВКонтакте, у наших партнеров. Мы разместим и направим свои программы всем партнерам библиотеки, с кем у нас подписано соглашение о сотрудничестве. Мы попросили наших партнеров в рекламном бизнесе отнестись с пониманием к возможностям нашим и помочь нам в продвижении мероприятий фестиваля национальной книги «Читающий мир». Говоря о том, что фестиваль он даже не межрегиональный, он межнациональный, то есть вы перечислили очень много гостей, а какие будут гости именно, может быть, из других стран? Да, у нас будут участвовать представители многих наших республик и территорий Российской Федерации, имеющих такую яркую национальную окраску. Это и Удмуртия, и Мордовия, и Татарстан, и Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. В разных форматах. Кто-то участвует в конкурсе «Книга года», кто-то стал участником конкурса «Хозяин земли», кто-то приехал со своими изданиями к нам сюда на выставку и также участвует в программе. У нас будет очень интересный деловая часть фестиваля. Состоится несколько круглых столов, в которых примут участие организаторы издательского дела, организаторы сферы культуры, представители министерств, ведомств, библиотек, представляющих более 20 республик нашей большой России. Вместе с тем мы на конкурс «Хозяин земли», в нем участвуют представители Казахстана, Белоруссии
и Индии, если я не ошибаюсь. По-моему, Индии, да. Ну и давайте напоследок напомним нашим зрителям, когда будет открытие, во сколько они могут прийти. Выставка-ярмарка начнет свою работу 5 октября. Мероприятия фестиваля начнутся 4-го и продлятся все 4 дня. 4-го, 5-го, 6-го, 7-го октября. Мы приглашаем всех в библиотеку Горького на встречу с книгой, с издателями, с нашими дорогими авторами. Наталья Николаевна, спасибо, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.